Полное описание и точность выхода 23 и 24 серии 3 сезона сериала «Первый отдел». 23 и 24 серии сериала выйдут на НТВ 17 октября. В новых сериях мы увидим, как Шибанов делает предложение бизнесвумен Литвиновой. Та соглашается выйти за него замуж. Брагину по ночам снятся кошмары. Шевцов, его бывший коллега, якобы утонувший в Ульяновске, убивает его и Веру. Брагин узнает у Рубайла, что тело Шевцова так и не нашли. Брагина мучают плохие предчувствия. Шибанов подает рапорт об увольнении новому начальнику главка Фадееву. Тот предлагает оперу место начальника убойного отдела и повышение в звании. Брагин по результатам дополнительной экспертизы выясняет, что к попытке угона «Газели» причастен Сергей Шевцов, который выжил в Ульяновске и скрывался все это время. Убитые Чак и Пласт, его знакомые зэки. В их банду входило еще два человека – Хруст и Данилов. Брагин уверен, что Шевцов обратится к ним за помощью. Чернов сообщает Литвиновой, что документы на проезд «Газели» с грузом за границу готовы. Та сообщает Шибанову, что ей нужно уехать в Москву на неделю. Установив наблюдение за Даниловым, Брагин с Шибановым видят его встречу с Шевцовым. Финальные серии сериала выйдут на НТВ 17 октября. Если вам нравится сериал, ищите выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.